Чемпионат Центрального федерального округа среди мужских и женских команд будет проходить в 4 этапа. В Десногорске состоялся первый этап. У нас в Десногорске уже несколько лет проводился Кубок Центрального федерального округа. На нем прошло опробование, во-первых, площадок, регулировка всей организации соревнований. Ну и тем более тем, что с каждым годом улучшаются условия проведения в данном месте. В этом году было принято решение дать этап Десногорск. Следующие этапы пройдут в Брянске и в Тульской области. Финалисты чемпионата определятся по сумме набранных очков на всех 4 этапах. Победители и призеры получат звание «Кандидат в мастера спорта». Пусто, пусто! Сыграть!